Специально для живой стали. Слава, поздравляю тебя с победой. Ну что, во втором, говорил до этого в интервью, сказал, во втором раунде. Закончил в первом. Я так и планировал во втором, но взорвался как-то быстро. Быстро? Да и Саня все-таки не в такой оказался форме. Ну, как бы, работа на лапах это одно, а работа в реальном бою, где дают сдачи, а не лапы ты бьешь, это совсем другое. Сам ты так ожидал? Походу не ожидал, да? Думал, затянется все. Ну, хотелось, конечно, поиздеваться его, помучить. Он планировал попробивать первый раунд корпусом, пробить ему печень, вот, просадить ему руки вниз, чтобы опустил для защиты корпуса печени. Ну, а во втором раунде уже так планировал уже как бы его и рубануть, когда подустанет. Вот, Саня же кричал, что он там в офигенной форме, что он там может долго, быстро двигаться. Ну, как-то вот вышел на бой, тут вспомнил все, что Саша говорил, это все вот так накопилось. За 13 лет это все, видать, там прело. Ну, вот так вот быстро взорвалось, я казалось, 13 секунд. Но все-таки алкоголь дает свое знать, и даже там набрав какую-то форму на фарме, ну, скорость ее тяжело поднять. Это совсем немножко другое, как бы восстановить реакцию. Реакция, ну, работа по лапам это одно, как бы форма, работа, двигаться, а работа в реальном бою это совсем другое. Так, научай, что, какие-то дальнейшие планы, есть что-то на... Ну, сейчас планы. Яша мне проспорил 1,5 литра кваса лицкого, вот, барашка мне любимыч обещала за победу, так что сейчас будем кушать. И будем кричать в форме и диете «Оривидерчи!». Не, он самое главное забыл. Sony PlayStation 5 ему мы обещали с телевизором крутым. Вот теперь у него будет такой подарок. Ну да, буду изучать новые приемы в Mortal Kombat. Ну все, спасибо тебе. Давай. Это кто не знает, Триган или Три Джим канал? Труджим. Труджим. Извиняю, а я не знаю всегда. Так что вот так. Это вот. Главный менеджер вообще всех самых крутых бойцов, которые врубают их до 13 секунд. Да. Яша делал так. Яша, да, я такой. Вторый на кичках.